Здравствуйте, товарищ. Мы опять в эфире. Хотя нас никто не просил. Но мы... Ради зрителей. Ради себя. Вырезаем в эфир. Героическом чё-то нет. О, розовая пантера. Ух. Вот так. Теперь все ясно. Да. Вечный боль. Какой нам только... Эй, куда ты все? Подождите. Сейчас нас сзади обойдут. Все, и все погибли. Уже кто-то нам кричат там. Зачем-то. Главное сразу прятаться. На пакостить и прятаться. Зачем прятаться? Так, выйти в ангар. Вот она, розовая пантера. Так, всего так. За 600 000 серебра, вроде бы, можно было купить, или еще дороже, расцветку, камуфляж, розовая пантера, камуфляж, камуфляж, а кому и не продашь. Так. Ну, поехали. Вот.
Знакомость. Вы здесь никто не увязывается со мной. Мы едем погибать. Поехали, например. Нет, не мы, а отправлять наших танкистов, наших героических ребят, да? В всяком случае, одну нашивку мы заработали. Нас об этом никто не просил. И думает, что собьет захват вас. А ты не собьешь захват вас. В спину. Ай, как не стыдно. В спину-то. А. Но хоть не прячется. А то эти вечно прячутся. Убогие. Не успеет подъехать. Он хотя и пульнуть у него. Так тоже неплохо. Проверим. О, победа. Проверим. В минусе мы окажемся или в плюсе. Пятого левого танки редко бывают в минусе. Вот этот маленький, такой плоский, приплюснутый французский танк, легкий. Вот он часто в минусе бывает. И Леопард. Пятый тоже левел. Он тоже в минусе. Если ни в кого не выстрелить, и тебя угробят, тогда уйдешь в минус. А может быть даже, может быть, если попадешь в кого-нибудь, то тоже в минус уйдешь. Вот этот мелкий, вот приплюснутый, который сейчас нас угробит, вот он часто в минус уходит. А, вот мелкий. А мы ему не дадим обанкротиться. Вот. Он нас героически застрелил. Мне не нравится. Очень суетливая игра. Мы любим. Ма. Какая-то недоделанная самоходная артиллерийская установка. Противотанк. Недоделанный Фердинанд. Не нравится. О, твой танк? Нет, не в минусе. 3000 заработал. Хоть даже ни разу не выстрелил. Вот как выгодно кататься на танках пятого левела. Уровня. Пятого уровня. Танки пятого уровня хорошие, ребята. Все, кроме Леопарда,
vota этого мелкого. Переёханный такой Фердинанд. Великолепный. Раздавленный Фердинанд. Самоходка. Мерзкая такая. Фердинанд. А может и нет. Это французский легкий танк. Ой, сразу бегут убивать. Господи. Папа, ну надо же. Теперь еще этот сзади заходит. Так, аккуратно. Смотрите, не промахнитесь. Убогие. Ну, испугался, попятился. Ну, ладно. Так. Оп, победа. Опять победа. Ну, прям везет сегодня. Нам бы его прокачать до этого панциря четвертого и продать, чтобы избавиться от четвертого уровня танков. А то нам подсунули задание до четвертого уровня. Третий-четвертый. У нас таких танков-то раз-два и обшелся. Золотые. И то подаренные. За то, что мы долго не приходили в игру. Не приходили в игру. То куда мы погибать? Пишуть можно нормально кататься. Как на этом французе вечно во все врезаемся. Слишком. И нам все слишком. Нам слишком какой-то. Вот, напали. Оп, попали, но с рикошетиком. Так, попали. Ай, в спину, господи. Фу. Так, оттянуть. Поражение почему-то. А почему поражение? Потому что от тяжелого танка кое-что все-таки зависит, в отличие от среднего. Ну, мы здесь эти самые аутсайдеры. Этот мелкий меня хочет обогнать. Мелкий головастик. Он мне мешает. Нам погибать надо, а он мне мешает. Бус.
дикой скорости движемся к точке, обозначенной литерой А. Литера A, B, C, B, C. У меня такое чувство, что мы опять проиграем. Почему у меня такое чувство странное? Так. Раз. И глаз. Штромс. Тик. Сейчас будут мелькать, закройте глаза. От этих взрывов, разрывов. Вредно для здоровья, смотрите. Или лучше пропустите это. Это душераздирающий фрагмент. Ох, протаран. Я люблю, когда таран, понимаешь? Сейчас естественно пою. А, вот минус. Ушли в минус. Так не можем же, когда хотим. Враг повреждён. Вы повредили модуль или экипаж противник. Вот мы умудрились повредиться, придурки. Это тараном. Вляпались в нас, идиоты. И сами себя повредили. Причём вроде бы тяжёлый танк у нас врезался. Наверное, мы швабру забыли убрать. Она у нас была в борт, в топ. Вторгнута. Так. Бустеры. Сраные. Сраные бустеры. По-моему, это док такси. Почему-то бустеры. Бустер кредитов. Мы не используем бустеры. Кто вообще додумался до этого идиотизма? Бустеры эти. Фу. Не спортивно все. Бустаешь, мустаешься. Почему-то не жалуются на нас. Почему-то мы по-прежнему образцовые игроки. 20-2. Да. Но хоть количество побед уменьшилось процент от того, что мы прокачиваем 6-й уровень. Настолько прокачиваем, что вот 53% прокачки экипажа. А здесь 53. А здесь 57. А здесь 56. 60. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Вот тепло. Едем погибать. Вот такой черт стрелять. В пустоту. В пустоту. В пустоту. В
Assurdo, glória, excelente. Já não estou história. Bem, Но за решение прокачать этот четвертый уровень и продать, прокачать и продать это было. Дурачок. Что вы стоите?
Нельзя было. И сам повредился. Ну ладно. Дураков не сеют, не пашут, они сами растут. Экипаж самостоятельно тушит пожар в течение нескольких секунд. Если вы еще не заметили, мы не используем не только бустеры, но еще и всякие прибамбасики не берем с собой. Прибамбасные бонусы. Всякие там сухие парки, еще какая-то хрень. Все не спортивно. Бонус. Попал. Но не пробил. А он нас пробил, но не попал. Упс. Упс. Ну, почему-то попали. Странно, хоть мы не прятались, как они. Так. Надеюсь, они быстро нам освободят его. Четыре пятого убавил хороший танк, но мы не стали его сначала прокачивать, потому что панцирь 4 японский нам подарили. Золотой танк. А теперь решили все-таки нормальный танк. Золотые мне не нравятся. Это все не спортивно. Все не спортивно. Золотые танки, золотые. Чего там еще? А, вот это не берем. Вот это не берем мы. 4, 5, 6. 4, 5, 6 не берем. Не надо меня вести никуда. Засранец. Сейчас впилимся не туда куда-нибудь и все. Уже эти мои помощники. Для них приходится быть хорошим мальчиком. А мы не любим быть хорошим мальчиком. Мальчиком хорошим не любим быть. Поэтому долго это самое, как его, поворачивает башню. Ну ладно, если вас не интересно. А там уже, пока мы там думали, рассуждали, уже нашу точку захватили. Точечку нашу. Мы без точечки остались. Медленно движемся на дикой скорости на последней передаче. Но какая сволочь мне сбила гусеницу. Большая сволочь. Сволочь. Ну ладно. Едем дальше.
На каждую сволочь меня здравствуйте. Так. Ой, там в горку. Хорошо, пусть лучше в горку. Чем в горку подниматься. Ой, смелый, в спину, главное. Ох. А я спереди не мог подъехать. Придурок. И чего это все мелкое, мерзкое? Попробовали своей задницей рисковали. Что так? Использование недорогих снарядов, снаряжения и амуниции позволяет экономить кредит. Ну надо же. Снаряжение и амуницию. Вот, но не пользуемся ни снаряжением, ни амуницией. Только камуфляж многоразовый купили. И то потому, что не хотим платить по 1500 за одноразовый камуфляж. Каждый бой тратят некоторые за камуфляж 1500 кредитов этих. Странных кредитов. Странно тратят. Странных, если не сказать больше. Сейчас приедут сбивать. Сбивать нас здесь. О, едет. Срочно к нам. Но ничего не получится. Вот так вот. Оп. Таранчика у нас рад. Ух, ну и что, и чего ты добился? В лесах погибнешь сейчас. Смотришь. Леопард опять. Фу, мне нравится эти леопарды. Главное, из пулеметчика из какого-то пробивает броню тяжелых танков. Леопард. Как у него это получается, непонятно. Загадка природы. Как он надеялся, что у нас и очки захвата баз собьет. Какой нехороший леопард. Плохая киса. Мы на предпоследнем месте. Наш танк. По крутизне. Бросили в бой шестиуровневый танк против семиуровневых. Головастика нашего дорогого. Горячо нами всеми боятся, как господи. Но! Это убожество какое. Убожество. Так. Ну, все, все задерживают чего-то. Вот так там не везет с командами. Все продувает и продувает. С таким хорошим игроком, как мы. Не хватает наглости еще и проиграть. С простого показательным игроком, а не просто так. Образец. Ну ладно. Я мог как флаг. Опять на предпоследнем месте. Но другой танк. Но на предпоследнем. Опять против седьмого уровня. Шестым. Шестым против седьмого.
здесь на какой-то сволочь начнет сразу убивать. И опять в спину. Что за идиотизм? Чего обязательно в спину стрелять? Наверное, выстрелит каждый раз и прячется. Придурок. Мы даже в спину видим, как он от нас прячется. Вот точно. Вот. И опять спрятался. Тяжелый танк. Господи. Ой. Это они читают инструкцию. Что нужно? Как себя вести на поле боя? Пульнуть и спрятаться? Развернуться боком, чтобы рикошетить? Господи. На поле боя надо умирать, а не дурью маяться. Ну то понимаешь, как эти все равно что. Смотреть противно. Вот и камуфляжа нет. Камуфляжа нет. Вообще ничего нет. Патронов. Вот их нет. Этих самых тоже нет. Чего ввязался? Я плохой. Не ходи со мной. У меня экипаж смертников. Честных, благородных людей. Засранцев каких-то, прячущихся. Безумство храбрых, поем и песня. Безумство храбрых, вот, понимаешь, это дело. И спрятался. Господи. Ну, придурки. Чё прятаться-то? Господи. И считает себя очень умным. А то, что это выглядит пошло, это его не беспокоит. Главное, чтобы быть на вершине рейтинга, понимаешь? О, и спрятался. 1%! Там уже даже не один. 0,01% от жизни у нашего танка. Он стрельнет и прячется. Стрельнет и прячется. Ну пошло же. Пошло. Вот кто-то с горочки спустился. Идите в ангар. Вот наш этот танк называется. А тоже Панцер 4, только Д. Дебил, наверное. А следующий просто Панцер 4. Точно? Точно. Так. Ну ладно. Кого один победил? Ну хоть кто-то победил. Кромвель. Это танк такой. Шестого левела. Уровня шестого. Шестой уровень. Тяжелый танк. Бронированная маска башни. Да? А может и нет. Нет. Нет без маски. Да, ну ладно. Ехали. Поехали погибать. Есть такая работа. Погибать. А не нагибать. Не хотим мы никого нагибать. Мы же не вращенцы. Чтобы нагибать.
Пошлость. Пошлость. Все мы почему-то уехали. А вот кто-то нас едет убивать. Безвозмездно. Боится. Хочет нам в попу выстрелить. Почему-то. Странное желание. Странное, если сказать больше. Очень странное желание. На горку мы не успеем забраться. Я так думаю. Что-то как-то, как-то не очень как-то. А что это уродец? Головастик тоже от нас прячется, что ли? Чего прятаться? Понятно. Мы не прячемся. Да раз какая-то в спину стреляла. Сволочь. Фу. То ли дело мы. Тоже в спину стреляли этому головастику. Но мы же благородно стреляли. А не как подло из-под тишка. Так, панцирь дебил. Панцирь 4 дебил проиграл почему-то. Почему ты проиграл? Мы же тебя честно на смерть отправили, а ты проиграл. Донат решает. Донат это... Если бы мне платили за победу, я бы ни одного боя не проиграл. Но мне не платят. Мне не платят. Тем более все вот эти сволочи. Все сволочи. У меня рады выстрелить. Но не получится. В этой игре вот Blitz. World of Tanks Blitz. Нельзя стрелять по солидникам. Но они рады выстрелить будут у меня, когда мы будем соперниками. В этой же игре все враги. Все враги. Кроме тех, кто в твоем клане. Вот если в клане, то якобы не враг. Думаете, это глупо мы поступили. Но, между прочим, мы отсвечивали их. Вот один плюху получил. Пока они на нас отвлекались. А вот уже и не один. Так что наш экипаж погиб не напрасно. Как это может показаться? А героически. Вот этот вот страшненький танк. Если это вообще можно назвать танком. Да, если платили за победу. Тогда бы... Мы бы прокачались. Мы бы золотыми патронами и тысячи снарядами запаслись. Мы бы не съездили со всех этих басурман. Пока их не прикончили. Если вы таковы. Опс. А они скрутились как-то. Грудение искать. Что это за манера? Ну,
Блядь, уже даже не в спину, а в бок стреляют. Извращенцы. Уже даже... Уже это... Лень в спину заехать. Оу. Да тут спрятались за барханами и стреляют чего-то. Ах, какой вид симпатичный. Но, господи, боится все чудо. Господи. Ну, придурки. Ну, это еще что? Вот Counter-Strike, вот это действительно придурки. Идиоты все там прыгают. Кретины. Дебилы. Так, а сколько нам еще это качать? А скачивать сколько? Ой, сколько. Ужас. Ну ладно. Ну это он все держит. Чего он его держит, только вы. Так. Самый легкий проигрыш это заехать в круг с флагом и вызвать огонь на себя. Почему-то в этом случае вражеская команда обижается, сплачивается и побеждает. А главное, все едут в одно место. В то самое место. С флагом. Езжайте вы в одно место. Как говорится. Вот сейчас ты понюхают меня. Сволочи, как обычно. В спинку. Что за манера вы все время на молодежи в спину стрелять? Это же пошло. Это очень пошло. Стрелять в спину. Он даже... Не знаю даже. Как у них башня поворачивается. Такую подлость. Господи. О, радостный данный такой. Выехал, бабуси. Тьфу. Ладно. Так. Что они так долго-то там? Чем они там занимаются, придурки? Нет. Если бы не танки, мы бы в эту игрушку вообще не играли ни разу. Если бы здесь кролики, например, были. Или какие-нибудь червяки. Как в какой-то игре. Червяки сражаются. Но кроме танков, все остальное здесь пошлость. Все пошлость. Кроме танков. Ни разу бы в эту пошлость не играл. Если бы не симпатичные танки. Машинки такие. Главное, у них никаких проблем с парковкой. Припарковаться можно в любом месте. И никто плохого слова не скажет. Надо вам, товарищ, паркуйтесь. Хотите на моем автомобиле припарковаться? Пожалуйста. Раз вы хотите, пожалуйста. Раз вам надо. Вам надо? Паркуйтесь.
Паркур здесь не надо. Паркур, паркур. А дальше тяжко подниматься. Очень тяжко. И сами пусть клиенты стреляют. Сколько хотят. Пусть на них такое настроение стрелючее. Бонусы. Так. Господи, опять прячется. Тьфу. Ты кому-то нужен нахрен. Господи. Господи. Что, не видно, что не прокачанный танк, что он вообще вам вреда не сможет принести. Придурки. Козлы вонючие. Чего мерзкое здесь? Одно слово. Ей мерзкое сообщество. Хорошее дело ей мерзким сообществом не назовут. Подонок на подонке сидит, малолетний преступник. Тренируется воровать, грабить. И может просто уйти. Мерзость это все. Все это мерзость. Если бы не графика, мы бы вообще не играли в эти пошлости. Эти гнусные игры. Игрища. Не побоюсь этого слова. Омерзительные игрища. Пошлость. Какая пошлость? Какая пошлость? Какая пошлость? Я не знаю, если они в этом случае не победят, я не знаю. Это так красиво проехали. Уже 10 очков должны были за выступление нам дать. Так я не знаю даже, не знаю. Так. Опять кинули против 7-го уровня. Но. Что за подонки, но. Если уж разбили всех на уровне, то зачем? Зачем разные уровни и танки в один бой совать? Совали бы за одинаковый уровень. Все это, чтобы донатили все. Вот нам никто не донатит. Никто нам просто так денежку не дают. А эти инфантильные разрабы почему-то считают, что все должны им платить деньги и издатели игры. Пошлые эти ребята. С какого недосыпа им деньги дают? Этим греховодникам, которые играют на низменных чувствах детей. Детей! Заставляют их делать аморальные поступки совершать. Так. Видите, какие аморальные поступки? Ну, там люди горят в танке, а нам и дела нет. Мы тоже горим, погораем. Вот видишь, что делает? Спрятался и глупцует нам в попу. Подонок. И сам получает. О, придурок.
спрятал все у себя попа наружу. Так, выйти в ангар. Все эти долбанные игры надо запретить. Ничего, кроме гадостей, они не преподносят. Ничего хорошему они не в состоянии научить. Только гнусностям, подлостям и паскудству. Если так честно сказать, положа руку на это самое место. Кругом гадость, пошлость, мерзость в виртуальном мире. Это настолько, настолько кругом, что это просто реабилитарит. Размеры национальной катастрофы. Такие вот хорошие заграждения, мы сейчас их сломаем. Опять подлость какая-то. Люди старались, делали, а мы раз и угробили. Сейчас прятаться будет. Чего прятаться? Мы даже пробить не можем. Он прячется. И эта скотина прячется. Но это хоть мы пробили. Но тоже скотина. О, попали. А этот что тоже будет прятаться. Этого тоже не можем пробить. Но не можем. И этого все еще не можем. Но он все равно прячется. Потому что скотина. Видите, что творится. Мы можем пробить все. И хоть ты его тресни. О, пробили. И нас кто-то в спину пробивает. Прибивочки, бивочки. Да, ну ладно. А этот спрятался. Считает себя жутко умным. И этот ко мне со спины. Заехал и прям смеется там. Как я его здорово вообще крил. Что там за ничтожество? Сраный тяжелый танк. Зачем было заезжать за спину? Непонятно. Что в лоб нельзя было подъехать. Скотина. Ублюдок. Новохудоносор, петух гамбургский. А этот, он что делает? А это мой коллега, придурный. Я не сердит. Позже нужно было падать, когда этот тигр подъедет. Ну ладно, так тоже неплохо. Ну, хоть один нормальный человек играет, чтоб попрыгать, побегать, ля-ля-ля. Победа. Кто-то там выиграл. Этот страшный выиграл. Но я же говорил, что выиграл, то уж не точно. Так. Забавная игрушка такая. Ещё все такие подлые. Подлые все такие, ужасы. Все такие гадкие. Гадкие детишки. Дяденьки, тётеньки гадкие все. Все тётеньки гадкие, дяденьки гадкие. Мальчики, девочки, всё. Подлые чучелы и веселятся. Как последние, как предпоследние подлецы.
Прям тянет меня сюда и все. Почему так тянет? Заход базы. Но это что-то странное. Если не сказать больше. Как-то нам надо с этим бороться. Обратиться к специалистам. Какие странные у нас потребности. Ну, а ты же не будешь, я надеюсь, прятаться от нас. Как какой-то трусливый ублюдок. Вот, боком он встал. И его так учили в инструкциях. Разработчики. Чтобы рикошетить. О, господи. Какая пошлость. Поражение почему-то. Почему поражение? Ну, вроде бы. Танк не прокачиваем, экипаж не прокачиваем. Не платим за прокачку. Ничего лишнего с собой не берем. Вот все пусто, все слоты. Пусто, все. Камуфляж не одеваем. И почему-то проигрываем. Странно это. Странно это. Странно это. Бли-бли-бли. Хмырь какой-то смотрелся на нас. Врезался. Наверное, будет теперь на нас поклёп возводить. Напрасно. А если мы врезались в него, то это что такое? Пассивная игра? Или что? Что нас можно обвинить? Пассивная или не пассивная? Сволочь. Упс. Ваншотер. КВ-2. Как раз наш коллега. Коллега. Вот, он прокачанный. Ваншотер. Тоже через год прокачаемся так же. Станем ваншотерами. Don't shoot, bro. Тунгусский метеорит тебе, бро. Без тебя в ребро. Бро, понимаешь? Какой ты бро, понимаешь? Бро. Вот. И да, пёсок. Да, это мне не нравится. Не то, что вам не очень нравится, но теперь нет никакого смысла на нем гонять. Это раньше мы посередине боевого пространства размещались и... Вот. Посередине боевого пространства размещались. И... Упс, чуть не утонули. Вот придурок. Сам себя поранил тараном. Придурок. Мне всегда леопарды не нравились. У них что-то с головой не в порядке. У тех, кто гоняет на леопардах. Вот, посмотрите. О, и... В порядке. Так.
болел до сих пор. Ну что такое? А что там за задание у нас? Стрелить кого-то. Победить в трех боях, играть на технике. А, всего лишь победить надо. Но это невозможно сделать. Занять ниже четвертого места среди обеих команд по уровню. А, по урону. Ваша команда должна одержать победу. Но это нереально. Так. Уничтожить в бою две единицы техники противника. Играть на технику. Тяжелый случай. Личный рейтинг игрока отображается в заслугах. Странные вы, ребята. Странные. Нахрена мне этот рейтинг? Засуньте вы его. Куда подальше? Труднодоступные места. Сверните трубочкой и засуньте свой рейтинг. Это я политкорректно выражаюсь. А так-то нахера, папу Баян? Я не страдаю манией величия. Рейтинг мне ваш сраный не нужен. Вот так вот. Это мое крайнее слово. Пошло, играйся. Играющие на жизненных чувствах детишек. Детишек, травочек симпатичны. Ну, это симпатично. А все остальное никому не нужно. А это симпатично. Травочек. Велика. Велика. О, так еще лучше. Если еще мою физиономию убрать, то было бы совсем. Но мы здесь не для того, чтобы убирать свою родную физиономию. Трамваи против танков. О, кто-то заехал в спину. Кто там у нас заехал в спину? Придурок. Выстрелит и спрячется. Это у них манера такая, у придурков. Почему-то такая манера. А почему у придурков такая манера? Неизвестно. А этот еще и двухкамерный. Двухкамерный холодильник. Так. По-моему, нам стреляют в спину. Как всегда. Какие-то подонки. И, скорее всего, опять прячутся за стенкой. За угол. За угол прячутся и стреляют. О, эти смелые. Эти даже не прячутся. Шестером едут на одного и взад стреляют. А это надо огромную смелость иметь. Потому что они даже в танке не сидят, а за компьютером, как мы. Так, придурки. Ну ладно, вы уж доигрываете. Но, по-моему, здесь все ясно. Мы должны победить. Это двух мнений быть не может. А, победа? КВ-2, да, поражение почему-то. Я не знаю. Не знаю, что тут. Вот. Здесь победили, наверное. Играть. А, победить в трех полях. Так, 15 тысяч заработали. Бустеры сами эти. Предмет. Часть сертификата премиум аккаунта на 1 час. Мы не используем премиум аккаунт. Нам это нахрен не нужно. Профессиональный стрелок. Урону занять и охотник по головами уничтожить в бою две техники противника. Это нереально. Это нереально. Нереально.
У нас прокачанный, оказывается, этот, как его, экипаж. Правда, мы не стреляем, но почему-то не попадаем при этом и не пробиваем. Какие-то непробиваемые у нас противники. Мы в них не стреляем и... И вот нет нас в рейтинге по урону на 4-м месте. Нет, и все. И хоть ты тресни. Кстати, мы мини-карту убрали. Так даже еще интереснее играть. Непонятно, стреляют нам в спину, или вперед, или назад. Непонятно. Потому как карты нет. Вслепую играли практически. О, какие крутички. Так, ну что тут у нас? Эй, ребята, все к нам! Мы скучаем. О-о-о, это леопард. Судя по... Ага. Вот по этому, судя. По урону. Враг обнаружен. Получили фиолетовый... Нет. А может фиолетовый? Нашивку. Ошибку. Нет, нам задание не выполнить. Мы слишком честные, благородные люди. Мы не стреляем. Понимаете? Детей! Мы не стреляем. Пусть лучше дети нас убивают, чем наоборот. А то из-за всяких засранцев в тюрьму садится. Вот куда он едет? А мы направо. А он куда? А мы направо. А он куда? Так, бросим его на произвол группы. Чего туда они всегда едут? Тяжелые танки, непонятно, куда падают. Может, там сележки делают? Фоткаются на телефон, на смартфон, фоткаются. Враг обнаружен. Это хорошо, что он обнаружен. Если был не обнаружен, тогда было плохо. А так, если обнаружен, то... Враг. Обнаружен. Так, захват базы. Нашивочку дали. Шивочка, нашивочка. Так, спрятался, подонок. Ничего всему не выехать. Обязательно нужно башню высунуть. Вот такой умный, блин. А все кругом идиоты. Он один только умный. Вот это тоже башню высунул. О, еще ёрзать они умеют. Вот такой. О, ёрзают они, ёшкин кот. О, и поехал. Куда поехал? Чё ты ёрзаешь-то? Шило в заднице. Чего ёрзать? О! Так. Выйти в ангар. Как наш там? Панцирь Д. А, нам и не нужно. Нам не нужно будет выполнять эти задания. Потому что мы скоро до 14 звездочек дойдем.
14 тысяч с чем-то. 15, в общем, около. Сработаем опыт. И можно открывать панцирь Д. Не, говори. Панцирь 4. В отличие от панциря Д. Просто. Панцирь 4. Римская 4. А не просто так. Арабская какая-нибудь. А римская 4. Четвертый, понимаешь, рейх. Дуби сдох. Понимаешь? Упс. Извините, попал. Извините, но попал. Упс. А это тоже попал. Выйти в ангар. Ну и как тут по урону в таких условиях получить по урону? О, точно, около 15 тысяч нужно. Да. 14 800. Да. А у нас уже 13 185. Причем 13 тысяч. Ну, опять на вершине. Мама, я на вершине мира. На Олимпе практически. На Арарате. На Килиманджаро. Самый главный верхотурщик. А не просто так что-то там погулять вышел. Вот. Я бы что-то там того этого. Тык. Да, мы далеко ходить не будем. Вот здесь остановимся. И примем последний бой. Кого-то уже убили. Так. Нам сверху видно все. Ты так узнай. Пускай сюда забросит нас далеко. Пускай. Ты в сердце, только никого не допускай. Следить буду строго. Не сверху видно все, ты так и знай. Так, победа. Опять победа. 14 тысяч. Обалдеть. Вот такие мы орденоносцы. Вообще, больше 100 уровня лучше не подниматься. И то только потому, что открывается новый карт на 6 уровне вроде бы. И так мы бы на 5-м сидели. Но, с другой стороны, одни и те же танки надоедают хуже этого. А чё вы все смотрите, куда это идёт? Я не верхотурщик. Я еду погибать. Я плохой. Ай. Плохой я. Ау. Я плохой. Плохой. Нет. Нет. Лучше. Бумс. Всё. Ничего, все поперли это сюда. Я хотел лихо так перемахнуть.
hani selamlar roman olsun. Çubuğun roman olsun zamlar. Damada. Hortosna. Batesavu. Bata kızma. Diye batesavu. Hani lübet nereyesi tamta var. İşmal et var siyah. Çıtıl. Ты один хэви, хэви метал, чего-то, не того. Все это команда какая-то непрокая попадается. Что-то не попадает она все время, команда. Попадается и не попадает. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Розовая пантера, точнее розовый слоник, выходит на тропу войны. Та-та-та-та-та-та! Вжух! 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 И это того. Розовый слоник. О, какие все бляки. Бляки какие все. Мы всего лишь пытались взять флаг. Взять флаг. А они стреляют почему-то. Пошлость какая-то. Пошлость. Сбили гусениц, придурки. Опять сбили гусениц. Какая сволочь? Большая сволочь. Ну ладно. Так, почему-то нас здесь не любят. Покинуть. Победа. Ягерпанцирь 4. Ягерпанцирь. Головастик опять погибнет. Бесславно. Даже фильм такой есть. Бесславные ублюдки. Вот это про геймерское сообщество как раз. Геймерское. Геймерское сообщество. Готовы отдать последние деньги, чтобы только торчать. Торчать в рейтинге, торчать на YouTube. В инстаграме черт знает где, только бы как торчать. Это охренеть можно. Золотые снаряды, золотые танки, золотые шманки, золотые придурки, золотая молодежь и подростки. Молодежь и подростки. Если это можно вообще назвать молодежью. Бумс. Выйти в ангар. Дети-то они хорошие, просто игры плохие. Разработчики гадкие, издатели подонки.
что делать. А дети-то хорошие. Они просто не знают. И никто не говорил, что стрелять из-за угла – подлость. Что вы стрелите спрятаться – подлость. Что? По диагонали выстрелиться, чтобы рикошетить – подлость. Что избить бомжа, снять это на видео и выложить в интернет, чтобы получить 1 000 000 просмотров. Это вообще не имеет определения, что это такое. Это даже не подонки, это что-то с чем-то. Таких не было еще в природе. Даже фашисты не настолько подонки, как современная молодежь. Это надо быть чем-то из ряда вон выходящим. Ублюдком. Ублюдком, не ублюдком. Но чем-то. Чем-то таким. Таким нехорошим. Да даже как-то нехорошо от этого. Так. Я не знаю, вроде бы мы все сделали хорошо. О, победа. Хэви. В конце концов, победил. 15 000, а нужно 27 000. Пушка у нас прокачана. Нужно пушку заменить. А это. Башню тоже заменить. Вот это тоже. Чтобы меньше тратить денежек. А то слишком затратно. Погибать затратно. Погибать затратно. Погибать затратно. Вот так гораздо лучше. Симпатичная такая. Гораздо лучше. Пашка. Симпатичная. И пушечка тоже. И пулеметик и затылки. Прессия. Что-то поражение почему-то. 13 550. Не понял. Что, лучше, что ли? Ничего не понимаю. Новости. 13 558. Что это значит? Так. Уведомление. Это у нас что? Панцирь. Это, да, панцирь 4D. Вот он. 39 88. Где минуса нет? Вы уже 14 000. Я что-то путаю. Куда делись-то? 500 единиц. Я же ничего не открывал. Что-то идиотизм. Был уже 14 000. Стало 13 500. Что это такое? Паскудство. Ладно, мы его тоже понизим. И это понизим, и это понизим. А башенку тоже понизим. Во, стоковый все будет. А Сантов все ведет. Куда дел ущербный? Куда дел 500 опыта? Ничего себе припарки. Может, я с кем-то перепутал его. Ну ладно.
Сотовка-то ни хрена себе. Придется еще 2,5 часа играть. Куда дели? О, угадайте желание. Радугу увидели. После боя надо сходить там. Лепрекон оставил горшочек золота. Только неизвестно, на каком конце радуги его искать. На правом или, может, наоборот. Наоборот. И потом, кто из них правый? На переднем или на заднем? Лепрекон. Такой гномик. Вредный очень. Но в зеленом сюртучке. В зеленом цилиндре. Ура! Мы захватили... Как его? Захватили. Враг обнаружен. Враг обнаружен. Враг обнаружен. О, кстати, мы будем обнаруживать врагов. Врагов обнаружить. На ком бы нам обнаружить врагов? Там ни хрена вообще не видит. Кого? Два. Ни хрена не видит. Мы ехали, ехали, нас стреляли, мы все равно не видим. Кто у нас стреляет? Зачем стреляют? Ни хрена. Ни хрена. Это раньше было выгодно обнаруживать на легких танках в начале боя врываться в лагерь противника World of Tanks без блица. World of Tanks, да. Врывался в лагерь противника сразу 15 танков обнаруживал и сразу почести, кредиты, любовь девушек, поклонниц наших. Обязательно кто-то увяжется. Может, он не увязался, а просто флаг хочет взять. Очки. Очки. Да, блядь. Вообще, может, это она, а не он. Сейчас ПТСУ. Противотанковая штучка. Бумс. Ну, куда поехал? Господи. Кому ты нужен? Вот мы здесь в баночке и заночуем. Да. Чтоб никому не мешать. Вроде бы сами не в танке, а трусят как собаки вообще. Обосравшиеся. Прячутся, что-то прячутся. На пузе ползут на вершину рейтинга. Готовы как угодно унижаться, только вот торчать. Тьфу. Кто им вообще долбил, что в рейтинге нужно быть на вершине? Какая скотина это детям говорит? Победите, мы должны побеждать любой ценой, отдавать нам свои денежки, чтобы торчать. Pay for win. И все. А то ничего не получится. И не будешь успешным в жизни. Если не обосрешься от чувства собственного величия.
И девушки тебя любить не будут, раз ты не верхотурщик рейтинга. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем тащит ноги и настерка, она тума меня сведет. Сейчас кто-нибудь вяжется сзади. Люди-то чего пошли здесь? Как она рогата? А видите? Ну, я же сказал. Ну что, скотина? А тоже. Знаешь. И сразу убирать. Что убирать-то? Дождись, пока тебя пристрелят. Что убирать-то? Непонятно. Хотел угробить, а его опередил. Подлый леопард, видишь? Доходяки, сами на ладан дышат, а вот убивают других. Опять этот... Скотина победил. Почему? 13500. Мы же обрадовались, что скоро уже пойдем до 14800. Там, кем мы его перепутали. Ну ладно, потом посмотрим видео. Не, лень смотреть. Все, нужно не нормально, чтобы смотреть 2 часа видео. Это только ненормальные могут смотреть. Ну и записываю 2 часа видео. Это для того, чтобы кто-то и присмотрел. Хорошо к людям относимся. Мы не хотим, чтобы они дури маялись и смотрели всякое непотребство. Какая-то скотина выстрелила в спину. Зачем? Так. Бумс. Вот как надо стрелять в спину. Право я вас напугал. Засранцы. Обосрались, наверное, все. Вот так мы можем пугать засранцев. Почувствую, наверное, что в танке сидите. И запахло чем-то нехорошим. Так и бывает вечно. Но, правда, сами в танке не сидели. Мы можем себе представить. Так. Ничего, нас опять кидают куда-то против пятиуровневых, шестиуровневых, против пятиуровневых. Видите, как нас не уважают? Ну ничего, мы и тут сумеем погибнуть первые секунды боя. Нас без хрена так не сожрёшь, понимаешь? Понимаешь? Это вам не это? Ну, хорошо, конечно, буддийский храм без приглашения.
Yiyecek mi kanki? Ne bir kurşun mağut. Ne oluyor şimdi şeyde? Это очень и очень. Если можно. Только большой. Молодец. Мягко говоря, подумал тебе такого. Это надо подумать. Хам. Приехать, все разгромить, главное. О, чем ему сосна помешалась, не спрашиваю. Понятно, чем. Вот ваншотер, КВ-2. Видите? А у нас почему-то не прокачанный КВ-2. А почему он у нас не прокачанный? Ну, еще этот самый надо снять. Этот тудерь. Он стоковый. А-а-а, это потому, что мы сюда движемся. Поступать. Подступательно. Но мы зря туда движемся, потому что чем выше уровень, тем больше затрат. При нашем стиле игры, а у нас стиль такой погибнуть, но достоинство, понимаете, не потерять. Вот такой стиль у нас. Куда делся этот 500? Звездочек опыта. Какая скотина сперла. Вот люди какие подлые. Вообще нельзя оставить 500 звездочек. Кто-то залез в ангар к нам. Отнял у нас 500 опыта у нашего дебила. Панцирь 4. И вот. Видите? Вы приходите еще кататься, чего-то это. Давно бы уже должны были кататься на просто панцирь 4. Без этой унизительной буквы Д. Кого-то Дмитрий зовут, между прочим. Такой буквой всю жизнь живет. И ничего. Ну что, Йосиф ты? Ну что, придурок ты? У меня автоприцеливание включено. Можешь ездить сколько угодно. Придурок. О, вот это не ёрзает, молодец. Шмальнул и всё. Игры. Так, 97% прокачка экипажа. Но это ему не помогло. Потому что игрок не прокачан. Игрок образцово-показательный, между прочим. 5 звезд. Геймер 5 звезд. Кто бы мог подумать, что я такой из ряда вон выходящий, такой выдающийся, такой просто умничка. Да, на первый взгляд так не подумаешь, на второй не подумаешь. На 375-й взгляд. И то не подумаешь. Потому что думалки. Думалки нужны, чтобы думать. Если без думалки, то тяжело мыслить. Мыслить нужно. Мыслить. Обмыслить.
she don't. It's just on us. Suppose you take a couple. Suppose you don't ask. Oh, Jonas, maybe we can watch that sword. Вешен скорости, едем, и куда-то въезжаем, а куда въезжаем, упс, 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 уехали. Ну и кто скажет, что мы верхотурные эти самые, как его? Виртуозы своего дела. Какой-то придурок у нас стреляет. Ну ладно. Пусть стреляет. Может, он хочет лидеров рейтинга сидеть. Придурок, одно слово. Сейчас объедет. Умно так. Умно. Умно. Сейчас объедет и нам спину. А, нет, вот эта скотина нас убьет сейчас. Нет, вот эта скотина. А, нет, вот эта скотина. Вот это разница. Главное, что скотина. Скотина. А может, Люси? Люси, конечно. Герои такие все на шишках. Господи. Еще приплатили. Кого два убедил. А кто-то проиграл. А кто у нас проиграл? Кто у нас плохой мальчик? Панцирь 4 дебил. Так. Где у нас флаг? Флаг где? А, вот флаг. Флаг. А мы же хотели ездить там, обнаруживать врагу, но обнаруживать врагов стало невыгодно, когда гнусные разработчики порезали это. Привилегию легких танков получать очки опыта для обнаружения противника. Вот, обнаружили противника, и вот те очки опыта. Фиолетовая нашивка по обнаружению. Эти придурки решили так мы прямо взять флаг в начале игры. Придурки они продают с вероятностью 51,99%. 100%. А может даже с большей вероятностью. 52%. Вероятностью 52% они проиграют. Если берут флаг в начале игры. Нужно быть идиотами. Настоящими идиотами. Чтобы ехать, понимаете, в начале игры. Дышать флаг. Тик. Начало игры. Брать флаг. Идиотизм. Иди говорить. Помаешь разрезе. Скотина какая-то стреляет по гусенице. Дает шмальнуть. Придурок.
Ó, olha, rapaz. Amo jeden ser humano. Se tincani, el agua bajo un bom. Смотрите, ребята, молодцы, не прячутся, понимаешь, как козлы какие-то. Так, а вот засранец на золотом танке есть. Господи. Вот он, японец. Да, точно. Японец 6-го уровня. Так. Ну чего будем делать? Будем, думаю, гореть танки. Вот такая у нас тактика. Нужно как следует сгореть танки. А потом... Потом... Будет легче. Стрелять, ребят, придурок. Я их насквозь вижу. Придурок на придурке сидит и придурка погоняет. Седьмого уровня. Смелый план такой. Пять шестого уровня. Господи. Ну ладно. Главное, спину зашел. Вместо того, чтобы объехать и выстрелить. Фей, самотей был. Вот. Какая пошлость это все. Люди без чести и совести. И они считают себя крутыми еще. Господи. Паскудство кругом. Паскудство, возведенное в добродетель. Это слоган современного общества. Паскудство, возведенное в добродетель. Большими буквами. Нужно на всех.
Esperanto hodie. Растяжка. На всех, понимаешь, рекламных щитах повесить. Паскудство, возведенное в добродетель. Вот это все воровство, мистоимство, вот это вот казнократство. Вот это все вот убийство, грабежи. Все. Все считается теперь хорошим тоном, а не просто так. О, о, сейчас выстрелит и спрячется. А. Ой. Ну, тот прятался, и что ему это помогло? Придурки. От тех спрятался, от нас не спрячешься. От совести никуда не денешься. Она тебя будет мучить, если ты с ней родился. А если не довелось, то можно поскудствовать. Сколько угодно. И ничего тебя не будет мучить. Паскудство. Подлость, пошлость. Да, я скажу вам, почему я уверен, что так вести себя не подобает. Потому что вспомните наполеоновские войны, когда люди выстраивались в линию и шли в полный рост, понимаете, под пули, понимаете, они паскудством занимались здесь. Выстрелит и спрячется. Вот. Вот это были богатыри, не вы. Нелегкая досталась им доля. Немногие вернулись с поля. И будь на то Господня воля, не отдали в Москву. О, о, вот что это? Что это? Ну. У самого приписки совсем нет, а бегает как большой. Вот что это у него? Обрубок какой-то. Ну, что это? Все радуется. Вот, мы убили. Вот. Дебила. Панцирь-4. Дебил. Радостные такие, главное. Как будто что-то хорошее совершили. Они перестреляли честных, благородных танкистов, которые просто решили проехать на ночь, глядя. Променад у них какой. Променад. Где офицерская честь, понимаете? Где рыцарское отношение, понимаете, к войне? От рыцарей у них осталась только броня. А внутренности все гнилые, поганые. Нет, нет. Измельчали люди, измельчали. Какие они хорошие. Сейчас приедут убивать. Что это такое? Убивать сразу. Пожалели гаденьки. Это как его?
Jedinky pożywili białą tryjateczką. Tryjateczką białą. Pożywili, nie dożyli, nie widno. Ona gdzie to tam, w cierchu. Tarczyk. A ona sobie siedzi. Ona siedzi. Ona siedzi, że to mamy. Синьку на шурку. Получили два хватчика вот там. Помс мимо. Помс есть. Но не, не мы. Не мы его убили. Потому что мы благородные люди. Мы из пятишка, мы еще не стреляем. Понимаешь. Ишь. Интересно, можно попасть в Тула? Чисто теоретически. Бумс. Урон от выстрела 84. Если... Если мы не ошиблись. То... 94. Не, 84. 84. 84. Господи, какой нервный молодой человек. Разукрасился-то, господи. Считает себя, наверное, суперменом. Посранец какой-то пришел. Куда же? Сколько он за такую рассветку выложил? Маминых денег. Бесстыдник. Посранец. Золотые какие-то там когти. Тоже мне Чингачгук. Большой крыс. Родительские деньги транжирит на всякую ерунду, понимаешь? Только что торчать. У папы, может, зарплата 8 тысяч долларов. А он ее берет и все трубу на сраные танки тратит. Ну, какие штучки здесь понастроили. А что вы стесняетесь? А что не едете с нами? Боитесь, наверное, чего-то. А что здесь бояться-то? Один раз только убьют. Но и то не вас. А этих, как его? Ну, этих. Ну, вы нас не понимаете. Этих. Там чисто. Маленьких зеленых человечков. Которые сидят, вот здесь, вот это, вот он сидит и всё. Бу-бу-бу. Он сидит там. Гномик такой, маленький гномик. Два маленьких, четыре маленьких гномика сидят и всё. О, какой плохой мальчик. О, какой плохой мальчик. Девочка. Девочка. Чего прятаться? Это я не понимаю. Чего прятаться-то? Какая козлы там? Вот что это? Прячется. Чего прятаться-то? Было же семейное. Прятаться не надо никуда. Зачем прятаться? Вот так вот, чтоб никуда не спрятался. Прижмём тебя и всё. Вот так. Когда сранится, прячется. Такие мы жестокие ребята. А что делать? Приходится с волками жить, понимаешь? Получше выйти. Что делать?
Вот такие мы солнышки. Так, что это тут? Какой-то новый теперь. Но! Развернуться даже. Союзники захватывают точку. Точку. Захватывают. Все. Куда я? Надо стрелять тоже не надо. Так точно, так точно. Почему-то они все нажимают на эту кнопочку. Так точно. Так. Три. Третье место. Нет, это четвертое место вообще-то. Это лучше, чем половина игроков отыграли этот раунд. Так, вот опять 14 тысяч. Мы запомнили. 14 тысяч 5. 14 тысяч 5. Звёздочек, звёздочки в глазах. Четырнадцать тысяч, ну еще 800. И когда мы продадим этого дебила? Так, все ломанулись туда, мы ломанулись наоборот. Все за мной. Я сбегаю первым и падаю на пол. Вы бегаете следом и берете их на мушку. Всех. Всех на мушку. Всех на мушку берете. И все. И на мушку. И все. На мушку и все. И все. На мушку. Так, ух. Ну и куда? Куда прячется-то? Ну что это? Ой, какая штучка. У меня сиська впереди. Почему-то. Сиськи впереди. Остальные должны быть впереди. Кто их знает? Танк с сиськами. Как мы его называем? Бега. Танк с сиськами. Странно, конечно. Но с сиськами. А, это рикошетный танк. Супер. Нужно в его башенку стрелять. В башенку. В его. Ничего. Ну, такая скотина. Не спрятался. А что прятать? Я не понимаю вообще таких людей. Если это вообще можно от людьми. Это рикошетный у нас. Нет смысла стрелять. Это тоже. Леопард, что ли? Тут еще нет леопарда. А, это английский танк. Рикошетный тоже. Покинуть. 14.005. Ну, было же 14 тысяч. Или я с кем-то путаю. А, вот еще 14. И тоже 4. Панцирь 4. Может, я с ним спутал. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот этот меня угробил. Где он тут у нас? Английский рикошетный танк. Вот он. Вот. Рикошетит, рикошетит. Спин у нас. Как все подонки. Все подонки стреляют в спину. Какой сюжетный художественный фильм. Подонки стреляют в спину. Да, ну ладно. Ну так разработчики сказали. Стреляйте, дети мои, в спину. Потому что там броня потоньше. Когда говорили, вот тряслись это такое. Последняя воля разрабов. Дети мои, поскудничайте, и будет вам.
кредит и золото, и так далее, и тому подобное. Если будете нам платить бабло, реальное, реальное бабло, и тогда вас девушки будут любить. Все девушки будут ваши, практически. Практически и теоретически ваши будут. Какой он быстрый. 34 километра, 33 километра в час, 30 километров в час. Ну, ничего, прям. А кто нас здесь встречает? А кто такой толстенький у нас? А кто у нас такой толстенький? Кто? Кто нас? Кто наш пупсик? Кто? Вот кто наш пупсик. Кто нас тут встречает? Так. Всегда надо стрелять в лицо. Зачем я вообще прокачиваю этот панцирь четвертый? Я терпеть не могу средние танки. И легкие танки терпеть не могу. И ПТСУ терпеть не могу. И Арту терпеть не могу. Еще с World of Tanks терпеть не могу. World of Tanks терпеть не могу. Тяжелые танки еще куда ни шло. Но они... затратные. Их поливать тяжело. Очень. Очень так как-то так. Очень. Это что, очень и очень. Ну что, будет нас убивать сегодня? Или чем ты заняты? Его убил. Кто-то нас стреляет. Кто-то убивает. Это нам ящичек нашел. А мы даже не видим, кто нас стреляет. Пушечку нашу. Башенку нашу стреляют. Все. Какая-нибудь ПТСА. А, вот, подонок. Ну ладно. Пусть стреляет. Подонка такая работа. Расстреливают благородных людей. Рыцарей. Домики для того и существуют. Чтобы убивать честных благородных людей. У них такая профессия. Хороших людей говнять. Говнюки. Говнюки, говнюки. Можно физиономию уже убирать, все равно в потьмах все. Все в потьмах. Сюда возвращаемся и смотрим. Да, вроде бы убрали. Пьяными. Вроде бы убрали. Убрали вроде. Так. Главное, мы и это убрали тоже. Как ее там. Это как ее. Мы убрали. Мы просто в уголку. Не хотим подниматься. Нас и так убьют. Без курок.
Opa, vale. Guarda. Il corco. Faccio il corco, racconcic. Racconcic, faccio Storsiena. Ah. Storsiena. Non capisco. Пошли так. Нет, подождите, а может это сладец? Ну и по-любимому. Тут леопард такой пошлый, господи. Пошлость какая. Пошлость. Бегает, чем-то этих убивает. Говнюк. А это тоже похож на леопарда. И на этого похож. А лучес. Лучес. Лучес ночес. Больнес. Больнес ночес лучес. Танк перед леопардом, который изнакает. Вот самолетики. Вот самолетики хорошие. Все остальное говно. И танки хорошие. А геймплей говно. Кораблики хорошие, а геймерское сообщество говно. Говно геймерское. Геймерское говно. Говно. Так, ну, я не хотел никого стрелять, но что делать? Победа, Кромвель. Я так почему-то знал, что Кромвель победит. Кромвель молодец. Кромвель это. Кромвель. Его САУ. Противотанковая самоходная артиллерийская установка типа 152. СУ 152 его застрелила. Подлая такая. Это что-то. Что-то с чем-то. Самоходные артиллерийские установки такие подлые. Это что-то. А чего вы здесь все тусуетесь? Странные какие-то. Странные, если не сказать больше. Ну ладно, зато мы вас всех обнаружили. Ну просто терпеть не могу. Танк. Чего он вообще у меня на ангаре стоит? Нет, тоже. Такая пошлость это. Танк. Такой ж. Так шмальнет иногда, что почти ваншотер.
сказал и то. Плюнул даже не на что. Петелька такая бегает, ля-ля-ля. Всех убью, один останусь. Это я. Вот. Вот такая он, зараза. Ля-ля-ля. Нужна помощь, господи. Только вот бой начался, ему уже помощь нужна. Кто тебя ранил? Болезный. Болезный. Болезный, болезный. Болезной, болезной. Болезной. Ля-ля-ля. Смотрите, как можно вот так вот помочь. Вечно в спину стреляет. Господи. Ты чего молодежь невоспитанная, некультурная? Фу. Фу. Так. Господи. Тарантищ. Придурок. Так. Готово. Снаряды сэкономили. На всякое дерьмо еще снаряды тратить. Дерьмо снаряды не надо тратить. Его надо смывать. Смывать. Матосью. Всякое дерьмо. Всякое дерьмо. Всякое дерьмо. Ля-ля-ля-ля-ля. Такое ушечко. Скромненькая такая, маленькая. Ля-ля-ля. Тоненькая такая. Петелька. Ванильная такая. Башенка ванильная. Ванильная, да, то есть ванильная. Это самое. Ух, ну почему-то думал, вот бассейн вот этот. Бассейн. Почему-то любим и все. Почему? Бумс. Попали. Мы не хотели. Это мы чисто случайно попали. Эд хочет нас попасть. Но не получается. Камни мешают попасть. А Эд хочет, но попал. Окружили демоны. А почему у меня не наводится на него пушечка? Странно. Эд. Арбалетчик мешает. Видеть видит, а пушечка не наводится. Ну ладно. Так. 14258. Господи, еще. Еще. Зарабатывать и зарабатывать. Прокачивать и прокачивать. Неужели мы перепутали его? Ягра. Так. Ой, то не вечер, то не вечер. А полю гуляет. Казах молодой. Такое гуляет. Такое гуляет. Такое гуляет. Казах молодой. Так. Самое лучшее здесь это выйти в ангар.
Então, na saúde local de Arisa. Eu vou te mandar. Patriota. Obrigada. Tá, beleza. Bora. Vamos lá. Virvanole. Virvanole. Desigur ca bine. Elefanțări. Și tu iartă. Și tu iartă elefanțări. Oc, e pipercavați. Pipercavați. Вот наш прокачку, накачку. Перекачку нашу. Сбивать. Мелкий этот. Недоносок, недопёсок. Да кто его там знает что. Французский лёгкий так, одно слово. Ну и прячется сразу. Чего прятаться, если ты тяжёлый танк? Ты придурок вообще, козёл. Вот товарищ не прячется. Ничего. Не прячется. Ничего. А ты придурок. Козёл. Вонючка. Да, поражение почему-то. Ну, я не знаю. Почему поражение? О, уже 14300. 300. Тристан и Изольда. Ну. Я тут самый главный. Пойду погибать первым тогда. Пропустите, пропустите. Погибать. Не, я не пойду погибать, конечно. Вот маленькие там гномики. Вот они там. Сидят, но это такие плюсички. Борода мешает стрелять. Ужас. В колпачках такие. Маленькими ручками, маленькими ножками, маленькими топориками. О, симпатичные ребята. Самые симпатичные. А так вот, если вот отдельности, то еще гонки. Гномики. Лепрекончики. Прикончики и лепрекончики. Что там вихляет? Яна, наверное. Яна на трассе. Яна на трассе. Яна. А где бандиты? Сейчас они нас встретят. Сейчас будут стрелять и прятаться за домики. Такая манера. Их так разрабы научили. Они тут ни при чем. Детишки тут не виноваты. Это подлые разработчики. Они во всем виноваты. Ох, какой смелый такой. А ведь я не хочу убивать, ты мне нахрен не нужен. Смелый. И гордо поехали. Вот какие мы. Уроды. Сожгли пацанов в танке и поехали. И хоть ты их тресни. Хоть ты тресни. Хоть поверьте, хоть поверьте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, придурки. А вот это тот. Супер-пупер. Супер-пупер танковый ребенок. А, вот это. Вот это. Супер-рикошетный. А вот его вот по этой башенке нужно расстреливать.
маленькая башенка на большой башенке. И тогда все у вас получится. Будете самыми главными маленькими олимпийскими богами прямо на Олимпе. Опыт сидеть. Все вас будут уважать. Такие скажут, вы молодцы, всех убиваете, грабите. Такие хорошие ребята скажут. Они вам скажут. Ребята. А чё вы все там спрятались? Ну, чё спрятались-то? Чё тут нехорошие замыслили, что ли, здесь? Враг не пробил фиолетовый. Вот такой рикошетный Т-34. Поражение почему-то. Почему опять поражение? Это все сделано снаряжение, амуниция, нет внешнего вида никакого, золотых снарядов нет, а вот 99% экипажа прокачка. И это все такое, ну ладно. 99 это не 100. Так, 14-400. Хоть сплошной проигрыш, но почему-то опыт накапливается. Рейтинг и таблицы лидеров рейтинга а где-то проигрыш больше опыта должны давать. Потому что победа ничего не учит. А вот проигрыш это как раз учит. А победа, что победа? Она расхолаживает и все. Так, возвращаюсь, победа. Надо всегда проигрывать. Проигрывайте, и будете молодцы. Я же как-то вырастите. Скажем, проигрыш. Будете расти. Ранее физически. А, поведите дурак, может. А то проиграете, блядь. И сразу легче от этого будет. Все. Особенно выигравшим. Поэтому лучше всегда проиграть. Всегда. Никогда говорить, не говори никогда. А всегда-всегда. Никогда. Никогда. Вот они там сидят и нянечут. Кто захватывает вашу? А это я захватываю вашу. Господи, чё лозит-то, господи, придурок. Ну. Господи. Глаза моим тем смотрели. Убогий. Только и можешь в спину стрелять. Паскудник. Мелкий. Мелкий паскудник. Вот. И считает себя чем-то великолепным. Господи. И самого голова без мозгов. ОПТСУ. Такие у американцев есть. Тупые. И без морков. Верхотура снесена все. Чёртовы матери. Башня открытая. И они считают себя лучше всех. Но на самом деле полные придурки. И засранцы. Потому что идиоты.
Его тренер, потому что никто не знает, почему он не идет. Мама таких родила. Папы такие были, поэтому мама родила их идиотами. Это сам с рваной башней. Саус с рваной башней. Никуда нам податься. Честным чемпионом. Конечно же. Плагать. Чего тут еще делать? Только флаг. Брать. Насрать. Упс, а можно и утонуть, если хотите. Такой он маленький, что может в лужу утонуть. Такой маленький вот этот. Сейчас какая-то зараза приедет и взволтузит нас. А на что спрашивается? На что нас взволтузить? Вот такие опаляшки. Маленькие, симпатичные. Обаяшки. Какие обаяшки? Я куда-то. Зачем он вылез, спрашивается? Там все. Сейчас ответит. Я честный человек. Молодец. Так и надо. Тренеру ждешь, пока тебя стрельнут. Тем более, что кроме тебя, еще желающих нас угробить, очень много. Очень и очень много. Ну и зачем это было делать? Кому я мешал? Придурок. Козел. Знаете, почему он придурок и козел? Потому что он камуфляж. Плат не использует. Камуфляж платный. Поздравляем. Экипаж такого-то обучен до 100%. Теперь за этой боевой маш... на этой боевой машине будут тренироваться навыки средних танков. Да нахера мне эти навыки средних танков? Господи. Господи. Вот почему он придурок. Потому что он за каждый бой платит 1250 за камуфляж. Вот. Вот этот камуфляж. 1250 за каждый бой. А нахрена нам это? А нам это не надо. Это 4% скрытности. Ему, тяжелому танку, как собаке, пятая нога, это скрытность нужна. Тем более 4% прибавки. Ну ладно. Каждый мается дурью, как ему вздумается. Вот мы маемся дурью, ничего. Я надеюсь, нас никто не видит. Никто на нас не смотрит. Если смотрит, то это клиника. Надо обращаться срочно. Да, и кто подписывается на этот канал, тоже очень странно. Очень странно. Да, обратитесь срочно. Срочно обратитесь к специалисту. Специалисту по ютубомании. Ютубомании. Специалист по ютубомании. Наверное, такой есть. Ютубофилия. Наверное, это лечится. Не может не лечиться. О, мой любимый так. Как его там? Не помню как, но любимый. Да, мы его убили. Ладно. А этот рикошет.
of these Russians. Like landing roads. Right, what was that? Rushko. Rushko. It's not Babali Rushko. Rushko Babali. Okay, Babali. Let me do more. Not Babali. Greek. That's Greek. Russians must have. Потому что извращенец. Так, утенка. Наш любимый танк это американский. Американский танк средней паршивости. Вот. Которого мы сейчас не убили. М3V. Прелесть. Такой молодец. Всех убивает. Ля-ля-ля! На четвертом уровне самый лучший танк. Если не учитывают все остальные. Так. Леопард. Этот мерзкий. Котяра. Надо его убрать быстренько, чтобы он не мучился. Поехать-ка, он лучше резаться, не стрелять. И все у нас получится тогда. Или хлопать, или то и другое. Береги патроны, сынок. Береги снаряды. Береги танк. Там беречь нельзя. Нельзя. Тик. Бумс. Во. Мы практически смешались с этим. Все мы смешались. Ну, практически. Так, люди получают и сразу прячутся почему-то. Какие смешные ребята. Зачем прятаться? Не всегда нас убивают. Но я один раз попал. Ну ладно. А чё все заразились моим шизофренизмом? Чё все ломанулись-то брать? Это как её? Как ее... Ну, эту, новую напомню. Эту. Базу почему-то все хотят брать. Да, базу хотят. Так, засранец меня в гроту. Попадание, фиолетовое попадание у нас. Вот. Ребята какие хорошие оказались. Готовы погибнуть вместе со мной. Быстрый. Ну ладно. Надо хоть как поблагодарить будет. Но мы вышли уже. Так что благодарить будем. Недаром я образцово-показательный игрок. Мало таких. 5 звёзд. Синих звезд, а не каких-то там золотых. 5 синих звезд. Так и то. Стружка 85 против нас. Мы такие крутые. Костюмы розовые пантеры. Рыя. Нужно выждать немножко.
немного выждать, а потом уже выливать капельку, потерпеть и смело выливать. Не впишусь в поворот. Вот, а теперь вписался. Поворот. Вписался. И как бы застрял. Как бы в повороте. Сейчас. А, я тут нас убивать. Вот, не доехал. Белый флаг получили. Ошибку. Ошибку захвата. Это не дает ничего. Вот сейчас приехали нас убивать. Сейчас бросят наш захват. Бросили. Ну ладно, что делать. Вот они тоже заработали. Скидывание захвата. Ну и синюю ошибку заработали. Но, во всяком случае, нас нельзя обвинить во фиолетовую ошибку. О, идиот. Ну и чего ты добился этим, придурок? Фиолетовую ошибку заработали. Фиолетовую. Ну ладно, поедем. Если нас не убили, поедем помогать товарищам. Нас не убили. Что делать? В следующий раз убьют. Получилось помочь ребятам, они без нас справятся, и не справятся, сейчас его убьют. О, это панцирь 4, раз, тот, кого мы хотим очень, хотим получить. О, у него маленькая пушечка, которая шлепает так, что мало не покажется. Мама дорогая будет, страшная, если попадет, если пробьет, если у него фугасные снаряды. Вот так, а если золотые, так вообще. Полный будет фугас. О, ах, ты, ждет нас убить. А, он вообще АФК. Не за клавиатуру это называется. А научный лист. Упс. Но лучше, конечно, краски не поехать. А то мало ли он проснется. Прибежит из туалета и за клавиатуру. Но можно и так. Так. А мы думали, что у него башня не так хорошо. Не такие углы наклона хорошие. То у меня, если мы заберемся на горку, то все у нас получится. И не сможешь нас достать. Но он нас достал. Вот такой нехороший, плохой дядя. Плохой. Он достал нас. Он достал нас. Вот такой фиолетовый захват. Так вот, фиолетовый, это у нас эпический захват базы. Вы получили, поучаствовали в захвате базы. 75 очков.
Это вне зависимости от того, сколько раз сбили захват у нас. Все равно очки накапливаются, накапливаются, накапливаются. Так можно не захватить базу, но 100 очков захвата получить. Какая прелесть. Прелесть. И кого нам тут хвалить? Кого нам тут похвалить? Похвалить достойный противник. Кто еще достойный противник? А этим уже не осталось ничего. А нет, вот потому что результативный игрок. О, какие мы щедрые сегодня. А это нет. Все. Ладно. Поражение. Ладно. На этой оптимистической, не побоюсь этого слова, ноте мы заканчиваем свое жуткое. А может, не заканчиваем? Сколько у нас там? А, тогда не заканчиваем. Через 3 часа будем мать. Одно только хорошо. Никто эту муть смотреть не будет. Как сразу встречают аплодисменты практически. Враг обнаружен. Даже в спину. Господи, как он в спину-то умудрился стрелять. Господи. Ну ладно. Это надо было очень подключиться, чтобы на тяжелом танке зайти, еще в спину выстрелить. Ну ладно. Очень хотелось, наверное. Так. Ну ладно. Неизвестно, сколько они еще там промурышатся. Пока играем на Т-34. Легендарном танке Великой Отечественной войны. Или великой. Или. Да, так лучше. Легендарный великой. Да, так и есть. Легендарный танк. Великой Отечественной войны. Все так и есть. Легендарный танк. Все. Все легендарно. Они просто так погулять. Пришли. Легендарно вышли погулять. Уп. Ну и чего тут? Опасается чего-то. И это тоже чего-то опасается, но... Ну, я совершенно. Мы ему вреда не причиним. Потому что мы гуманисты. Гуманисты мы. А почему мы такие гуманисты? Почему? Неизвестно. Мелкий этот. Недопёсок. И прятаться. Ну, это ясно. Все потом так поступают. Ну, ладно. Что делать?
свою честь каждому не ставишь. Так, что-то мало нам дали. Валяли нам мало. 27 опыт. 27 звёздочка. А с другой стороны, 27 звёздочка, это не так уж плохо. Если на погонах 27 звёзд, это очень даже хорошо. Что-то мы уже дымимся. И качественная соляшка какая-то у нас. Палёная солянка-то. Солярка. Солярка палёная какая-то. Где заправлялся-то? Ну ладно. Палёная солярка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 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 Сыра земля. Ох, как шустро прямо. В кустах не видно совершенно. Надо же, как спрятался. Надо же. Ну, вообще. И тот тоже в кустах. Умные какие все. Надо же. Это честь. Такими умными соперниками сражаться. Честь. И слава. Ну ладно. Покинуть. Неужели теперь нам мало дадут опыта? Победа Т-34. Но это никто не сомневался в этом. Даже мысли такой не было. И сомнений такого не было.
в другой квартал. Что у нас это? Вот. Еще кое-что сделать. От этого и избавиться. Хорошо. Один побед. Получить минимум 2 единицы. Пробить с собой, выжить бою, 5-10. Да, ладно, все. А это сколько стоит? 50 золотых. Идиотизм. Ну ладно. Все. Остались все-таки. О. Так. Это продать. Это не надо нам. Амуниция не нужна. Так, так. И комплект. Да не смотрите у меня и не подписывайтесь. Чё, вам больше делать нечего? Всё. Да. Как?